Генеральный спонсор программы – компания «Аура». Здравствуйте, уважаемые телерыболовы. В эфире программа «Рыбацкие байки». И в кадре я, ведущий Павел Павлов. Сегодня мы ловим карпа. Да, наконец-то дождались. Карась уже был, теперь карп. Там же рыборазводные пруды «Биоресурс» в Лопатино. Да, друзья мои, мы снова в Лопатино. Пруды «Биоресурс» приятно удивили. Во-первых, карповую рыбалку открыли не 1 мая, как обычно, а на 2 недели раньше. Во-вторых, рыбачить разрешили не на главном водоеме, где вода еще ледяная, а в техническом канале, который находится рядом с зимовальником. Там вода уже прогрелась, и карп с удовольствием поглощает все предложенные ему насадки и наживки. А в прилове попадается крупный карась и щука. Генеральный спонсор программы – компания «Аура». Вот удачный кадр. Удилище гнется, фрикцион визжит, леска свистит на ветру. Кому же так повезло? Конечно, Васе. Но кто его не знает? Василий Логинов. Он был здесь на прошлой неделе и прекрасно отловился. Сегодня снова пришел на заветное место. Рыбачить здесь архисложно, но они с сыном Иваном прекрасно справляются. Один держит рыбу на крючке, а второй подсачивает. Бригадный подряд. Да, здесь чувствуешь себя как в Венеции. Каналы, мосты и туристы. Пришло время посмотреть, как идут дела у остальных рыбаков. Клюет и ловится у всех. А мне байки собирать удобно. Поснимал с одного берега канала, перешел по мостику на другой. Здравствуй, Саша. Давай рассказывай и показывай. На гряде были в ту субботу, когда дождь со снегом шел. Вообще клевал изумительно. Но брал с лодок, которые подальше заплывали на вторую. Да, на вторую косу получается. На второй свал. Те, кто с берега не докидывал, не ловили ничего. Мы ловили очень хорошо. Судак весь полторушный, килушный. Какая снасть какая? Отводной поводок и джих работал. Ага. Друг у меня Димка рыбачил на джих, я на отводной. Наловили довольно-таки успешного судака. Экзотическую рыбу поймал у нас Дмитрий Туманский. Ага. Как мы его в нашей группе, друг, товарищ. Вот он две недели назад, получается, они также были на гряде с лодок. И у него на джих взяла форель, которая была удивительно увидеть ее в Волге причем. Ага. Но это была форель. Вот она. Сука. Вот, ребят. Да. Не врет. И щука, и карп. Все здесь. Ну да, я же говорю, брать-то не умею. Молодец. К обеду ветер усилился. Порывы были такой силы, что удочку из рук вырывало. Укрыться можно было только за домиками, что я и делал периодически. А рыбакам куда спрятаться от стихии? Из-за бани снасть не забросишь. Вот и вымудрялись мужики. Кто как мог, путая лески, отрывая крючки и поплавки, закидывали, пытаясь хоть как-то ловить карпа. И вы знаете, приноровились. Рыба в садках прибавлялась, и байки тоже. Вася Логинов. Пришел с Ванькой, а? Привет передает рыбацкий байк. Сын отправляется, перекусывает. Он уже поймал 4 карпиков. Молодец, парень. Василек, загляни ему в лицо. Ты увидишь, как долго он меня мучил. Вот Вася уже второго на глазах. Хотя я не знаю, сколько он на самом деле поймал. Но у Васи прям вот экземпляры крупные, хорошие. Это, наверное, потому что у него день рождения скоро, юбилей. Василек, ты принимаешь поздравления? Поздравляй. Дорогой Василий, скоро на пенсию. Так сколько тебе сейчас, Вася, будет? 45. О-о-о. Ягодка опять. Сухофрукт. Ветка, ягодка. Правда, вот. Везет Васе, вот ловит рыбу. Паш, просто я говорю, в принципе-то оно, конечно, клюет, безусловно. Ну,
надо терпение, посидеть, подождать, и он обязательно клюнет. Вот сколько ты ждал поклевки? Минут 15-20 точно. Но в прошлый раз было быстрее. Секунд 15-20. В любом случае, клево. Карп такой активный. Чуть не порвал. Серьезно говорю. Не, красавчик. Красавчик. Вась, короче, поздравляем тебя. Обидно, конечно, что ты ловишь, а я нет. Но это тебе подарок на день рождения от Биоресурса. Спасибо. Хочу объяснить зрителям, почему мы здесь возле... Задний план. Я тебе к стенке поставил, потому что ветрище такое невозможное. Вот мы укрылись здесь, чтобы Вася похвалился, рассказал, показал. Он юбилейную баечку приготовил. Приготовил. Ну, правда, не моя, подслушанная. В этих же местах, здесь же, в Лопатино, вот на прошлой неделе. Классная вообще история. В общем, ребята наловили кучу рыбы. Ну, тут их было трое, они килограмм, наверное, 30 поймали. А тут 5 килограмм, а потом доплачивают. Ну, вытаскивают они этот садок полный. И давай... нету весов. Мужика какого-то весы попросили. Весы, все, взвесили. Ну, много, 30. Ладно, давай отбрасывать. Все, повыбрасывали, всю среднюю это оставили себе. Все, 15 килограмм по 5, человек, по 5 килограмм. Пришли взвешивают, у них 5 килограмм, весы поломаны. Они говорят, ну что делать, они первые, конечно, нормальные весы показывают 5 килограмм вместо 15. Ну они, правда, немного веселые были, я уж не знаю, потому что 5 и 15, это еще ты попробуй попутай. Ну они радостные, пошли обратно, а что, хорошо, тут они с утра только отловились, они опять пошли долавливать. И через час снова уже наловили этого мужика в сторону, иди ты со своими весами, сразу же на том взвешивании, все у них нормально. Сейчас реклама наших уважаемых спонсоров, дай бог им здоровья, затем снова вернемся на рыбалку. Так что не переключайтесь, прощелкайте самое интересное. Камера заднего вида, в том числе коробка передач. Мой брат всегда был первым. Никита, давай! Кстати, это он учил меня водить. Вот. У нас с ним всегда все было общее. Эй! Первая Лада Веста была у него. Теперь у меня будет такая же, только лучше. Лада Веста с автоматической трансмиссией. Василек. Да, Паша. Поздравляю тебя с 20-летием программы «Рыбацкие байки». Я тебя тоже поздравляю, но ты должен понимать, что «Рыбацкие байки» — это продолжение серии программ рыболовных, которые были до «Рыбацких байк». И хочу с гордостью сказать, что я, ну, так сказать, был у истоков создания этих программ. Был Андрей Дмитриев такой, бородатый рыболов, классный он сейчас наверняка есть. Вот мы с ним эту тему рыболовную начали продвигать. Сначала был «Рыбачий остров». Это какой год? Это был 97-й год. Это прям вот 97-й или 96-й. Ну, то есть очень-очень-очень давно еще камеры были в ВХС-ке. Мы ездили, снимали. Программа была тогда не длинная, 10 минут. Вот. Тоже по всем городам мы весим ездили здесь в окрестностях. Но у нас было направление другое. У нас были не байки, мы показывали профессионализм рыбалки. Там было немножко другое. То есть в стиле диалоги о рыбалке. Вот. Потом появилась программа «Рыбацкая академия». Она была тоже с Андреем Дмитрием ведущим. Он, так сказать, народный рыболов. И такой, знаешь, такой профессионал от сахи. Вот, он так смешно рассказывал, такой, так, думаю, здесь это вот тут вот это сделаем, вот тут вот так вот подвяжем, перевяжем, вот так вот, и у него так все так, знаешь, такая кружева и хохлома такая, раз, и у него супер удочка и супер снасть, и у него там все. И он действительно, правда, в луже ловил, вот прям, ну, забрасывает и ловит, ну, я говорю, профи от сахи. И уже потом появились рыбацкие байки с акцентом на сами байки, собственно говоря. Ты, наверное, помнишь, ты выступал в роли чайника в первых программах,
а Андрей Дмитриев в роли бывалого. То есть несколько программ были сняты в таком стиле. На контрасте. На контрасте, да. Ты, то есть, первый раз в руках удочку как бы держал, думал, что это не удочка, а там, я не знаю, громоотвод, приспособление еще для чего-то, а он тебе все рассказывал. То есть, как бы вот. А потом мы уже трансформировались непосредственно в рыбацкие байки. То есть, мы собираем в первую очередь рыболовные истории. Смешные, грустные, всякие разные. Вот. Ну и люди с нами делятся рыбой. Вот. Потому что мы подумали на пару с тобой, как я понял, что мы так себе профессионалы и вряд ли уже и станем рыболовными. Пусть будем мы просто баечниками, сборщиками этих байк. Я думаю, у нас клево получается. Особенно, я тоже думаю. Особенно классно, что уже просто тебя узнают, к тебе бегут. Паша, у меня байка. Паша, ну-ка подойди, я тебе тут кое-что расскажу. Это, конечно, приятно. А я со стороны смотрю, такой, знаешь, такой серый кардинал, такой, думаю, да, как же мне это все так хитро поставить и смонтировать? Как бы сделать так, чтобы Паша выглядел менее знаменитым? Понимаешь, звездная болезнь убивает. Но все равно классно. Я тебя тоже поздравляю с 20-летием. Вот. И себя, а я тебя с 45-летием. Да, и себя с 45-летием тоже. Паш, да. Что ты можешь... вспомнить как любитель о профессионале рыбалки, которому сегодня 45 лет. А то есть профессионал ты, а я лошара, как обычно. Нет, если честно говоря, Вася, вот он везунчик, по жизни везунчик. Я не знаю, есть просто категория людей, которые могут поймать рыбу, как говорится, блин, в луже. Вот Вася Логинов из таких, он ходит в одиночку зимой куда-то уйдет, лунку пробурит, он рыбу найдет. И вот сегодня я смотрю, он сидит, забросил, как там ловить через бревно, невозможно. Так он придумал. У него есть на посылках золотая рыбка Иван, который с пасачком достает. То есть вот из неудобного места он все равно достанет рыбу. И очень много таких рыбалок было. Я помню, в Брусянах у нас было соревнование. Так он опять выиграл. Не верите, посмотрите. Рыбалка разгоралась, сорога, за которой мы приехали, не подвела. Клевала бойко, и на крючок садились увесистые экземпляры, граммов по 200-300. Это радует, значит, успели. Рыбалка получится. Вот она. Это самочка. Самочка, у меня, потому что самцы такие шершавые, это прям хорошие. Вот эту сорожку не стыдно назвать, да, сорожкой. Да, я хочу красотка. Сказать, что таких, которых не стыдно назвать... Я уже минут за 15 набрал, еще и подлещик пойду, смотри. Ого, хорошо. Смотри, Паша. Ну вот, Паш, смотри, к сожалению, встречаются и такие экземпляры. Ой, шершавый весь вообще, броней покрытый весь, как этот. Вот. Ну, смотри, у него даже если шершавенькие эти, на солнце их видно. Красавчик. Готовый, как говорится, ко всем радостям плотской любви. Но я его отпускаю, пусть тешится. Ладно, бог с ним. Паш, заметил, что они, вот смотри, мягкие. Видишь, это не как болотники. Ага. Это, видишь, они мягкие. Потому что это не болотники, это забродники. А почему это забродники? Потому что они раньше были забродниками. И теперь они обрезаны из-за этой вот протоки. Потому что именно из-за этой протоки я их купил в свое время, понимаешь? У меня была идея фикс. Хотел в забродниках заходить, потому что здесь течение, и ловить проводку. Мне казалось, ну тут не глубоко, ну как я думал, не глубоко, думаю, зайду, это же классно. Проводочку раз и пошло. Купил, денег накопил, купил, приехал сюда. И с первого же раза чуть не потоп, понимаешь? Метр, а там, ну, вот не учел, молодой был, что там и трава, и все на свете, и там сразу тут метр, и сразу там вообще с головой. В общем, моя проводка не удалась, я еще по берегу походил, поискал, думал, может, где-то найти. И настолько я вот разозлился, что вот эти забродники я купил именно для этого места, и они не подошли, просто ни для чего, понимаешь. Сети я не таскаю, бредни, мне они незачем, понимаешь. Лодки у меня такой большой нет, чтобы глубоко заходить. Единственное, что они меня в прошлый раз спасли, так как они вот такие вот. Там ливанул дождь и шел дождь почти целый день. Они у меня вот до суда. Я ими закутался и практически не промок. Это единственный плюс, который был. Я настолько был зол, что я приехал, тут же их обкарнал, обшил. И вот уже, ты не поверишь, вот, наверное, седьмой год, они мне исправно служат. Но, ты понимаешь,
на этой же протоке, понимаешь, но уже под другим соусом, понимаешь, они все равно вернули свое. Ну как тебе? Чемоданчики-то, да, смотри. Да. Тебе не фигня, я мелочь почти всю отпускал. Красивая сорожка. Прям. Да. Говорят, вот серебро, вот оно как раз. Ну что, вешай, сейчас посмотрим, давай. Угадаешь теперь ли ты, мой милый друг. 4,5. 4,800. Да. Ну Василий как? Викторович, поздравляю вас с победой. Да, это была она, это была она. Вот таких, когда наш дорогой юбиляр Вася меня облавливал, я уже привык, мне уже не обидно. Потому что я знаю, что рыба тоже, нужно к ней относиться с уважением. Не ходить с камерой, а все-таки постоянно быть с удочкой. Это Вася такой. Я помню, еще была одна рыбалка, запомнилась мне, никогда не забуду. Это было на Лбище. Вася и там меня сделал. Первым делом самолеты. Поэтому я отложил на время удочку и стал снимать, как ловит мой юный друг Василек. Молодец, догоняет дедушку. Ну тоже такая вот нормальная. Опять прикормили, вот, вот ситуация, да, как работает прикорм. Паша говорит из-за того, что там парфюмерия. А, нет, не парфюмерия, а печи. Да. В режиме лайф. Правильно забрасываешь. И поклевка будет практически моментально. То есть вот она. Все, угу. Все, понеслась. Все. Вот она. Вот и все. Вот видишь, буквально, ну это видишь, до дна не дошла. Она ее схватила в пол воды. Мы делаем поглубже, где покрупнее, да? А она, видишь, с полуводной... Перехватывает. Перехватывает, да. Ну, тоже, в принципе, она вполне засольная. Такую берем. Я жду Пашиного крупняка. Такое ощущение, что Пашин крупняк стоит, ждет Паша. Чтобы у вас не возникла мысль, что это монтаж и постановка, работаем в режиме лайв. Только в рыбацких байках. Поклевка, подсечка, вываживание и очередной трофейный экземпляр перекочевал в садок. Das ist fantastisch. Ну наконец-то. Вот это слоны. Ну наконец-то. Вот давай. Тут. Смотри, золотой. Вот он красавец. Слещ, он серебряный, а этот прям золотой. Ё-ма, давай. Еле-еле. Подержи возле морды лица. Вообще капец. Ага. Этого уже вот так вот. Держи. Смотри какой. Ну, прям, знаешь, чуть не оторвал, в общем, вот так вот. А что, поводок 0,14, мог бы запросто оторвать. Нет, красавец, вот, наверное, полкило, да? Ну, около того, ну, приближается, такой тяжелый прям. Поздравляю, Вася, за чемодан. Ша, спасибо. После обеда рыбаков стало столько, что они перестали умещаться на берегах узкого канала. Администрация пошла навстречу трудящимся и разрешила рыбачить в зимовальном пруду. Началось переселение народа. Рыбаки кинулись обживать заветные берега. Зимовальник – мечта любого рыболова-карпятника. Рыбы здесь столько же, сколько в канале, так что рыбаки забрасывайте, вываживайте и укладывайте в садки карпов. Да, рыбы много, но таких крупных экземпляров, как у Васи, не поймал никто. С юбилеем, Василий Викторович! Никакой ветер не испортит рыбалку, юбилейную рыбалку, потому что сегодня мы отмечаем день рождения Василия Викторовича Логинова, бессменного автора и помощника программы «Рыбацкие байки». Вася, мы тебя любим, поздравляем. Я думаю, что все зрители присоединяются, поздравляют и обязательно поднимем за тебя рюмочку. А сейчас измени самоизоляция. А тем, кто завтра собирается на рыбалку, традиционно проснулись, собрались и на рыбалку. До встречи в «Рыбацких байках».